приехал я сегодня в 4 часа. Сейчас время 8 вечера. Мы уже подъезжаем на второй заказ, который у нас предстоит помимо поднять из подземного паркинга машину. Еще нам нужно переставить во дворе две машины. Знаю, что коммерческий транспорт не сильно тяжелый, но, в общем, думаю, справимся. Единственный минус в этом, что машины стоят в районе Кремля. А здесь улицы настолько маленькие, что заказчик вот сейчас буквально звонил и рассказывал. Только-только начинают разъезжаться со двора офисные сотрудники и так далее, которые паркуются. Сейчас посмотрим. Центр Москвы, ребята. Здесь будет проходить ремонт. И одну машину никто вывести не может. Поэтому нам надо ее вывести. Вот на этой крошечке. На улицу. И поставить не менее узкое место. Поэтому мы сейчас оценим. Нам развернуть, какие ролики поставить. Работаем. Хорошо, что без плена. Thank you.
сделано, ребята. Почти. Осталось. Осталось все прижать, достать ролик. Все, наверное, прям до уголка, да, колесиками, да? Прям почти доезжаю. Да, да. Бля, вылезти подсюда. Смотрите, что делает этот эвакуаторщик. Миллиметражи соблюдает это. А как я вылазить должен? Спасибо за просмотр. Я поехал.